Был в доме. Как самочувствие вашей мамы и, естественно, Николая Ивановича, вашего отца? Потому что они очень переживали. Знаем, что ваша мама находится не очень хорошем расположении. Не очень хорошем самочувствии. Вы знаете, я, может быть, сейчас неправильную вещь опять скажу. Я их слез никогда не забуду и никогда не прощу. Потому что, знаете, можно ради сохранения собственной власти бороться политически. Но издеваться над стариками-инвалидами. У меня отец в войну траву ел, понимаете? Его отправили на Дальний Восток, чтобы он с голоду не умер. И он вот это вот 80 лет заслужил. А мать сегодня приехала, плачет и говорит: я верю, что ты там выживешь. Но я не могу себе сына в наручниках представить, говорит она. Я не могу этого. Пусть они не надевают на тебя наручники, пусть ведут куда угодно, но только я вот этой, говорит, фотографии не вынесу. И поэтому сейчас-то я что, я, конечно, к матери, сами понимаете.